Доброго времени суток, уважаемые подписчики и дорогие гости канала Квант. Вы снова у нас на канале, снова у нас реплей. Забыл включить запись и, да, зато успел включить габ. Да, в общем, у нас что здесь происходит? Случайка, зона крушения Альфа, состав нашего отряда. Сегодня у нас на повестке дня три реплея. О, Сергей какой-то, прости господи. Акробаты у нас с нами играют. В общем, много интересных людей. Пегасик, вот он, видишь, Пегасик. В клане противника. Ну, в общем, отличные люди, отличные игроки. И мы с Максом атакуем на правом фланге. Пытаемся взять точку D. Нам как бы похеру, что брать. Будем брать D. Так, и вами здравствуй. И у нас тут... Юшина или Юшина. Неважно, как это называется. Рагнар. Прекрасный человек на Рагнаре. По-детски. Взяли точку и пошли брать точку С. Справа по борту.
Давид-то я сжег, но Рагнар меня прибрал. Немножко обидно, но тут уж никуда не денешься. 4 лодки в минус у противника и 2 пока у нас. Союзники, сфокусировать огонь на цели. Но мы взяли точку А, это радует. Это прекрасная ситуация. Давайте будем досматривать. Да. О! Кто-то похвалил меня за хорошую игру. Да не может такого быть. А кто это у нас? А, наш авианосец. Так ему и надо. Добрал все-таки Лигр на United States Рагнара. Союзники, поддержите огнем по указанной цели.
Перестоял вражеский шерман в точке С. Ну. Победа. Наконец-то выстраданная победа. Лигар забрал Сацуму. Это победа, это хорошо. Ну, с моей стороны бой себе так себе. Ну, так, для памяти, пускай будет на канале. Хреновенький урон. Ну и так себе чистый опыт. До новых встреч, друзья. До свидания. Всего доброго.